Ребятки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Диор и Пипка Киллер. Не подслуживает вообще стих, брак за желудок. От нее несет вдалеку неуюта. На моей шее не подслуживает вообще стих, брак за желудок. От нее несет вдалеку неуюта. Ребятки, останавливаю, хочу прям сразу сказать. Очень интересное исполнение. Очень интересное исполнение, ребятки. Необычное. Голос красивый. Музыка интересная. Подходит к треку, ребятки. Слушаем дальше. Исполняет очень интересно. Голос такой интересный, красивый голос. Звонкий, чистый, ребятки. И исполнение интересное. Необычное, ребята. Не знает этикетки. Скинет вес, будто на диете. Все сошли со своим приветом. Так, ребят, что скажу? Ну, интересный трек, ребятки. Интересно. Поет очень красиво. Красиво поет, мелодично. Первая часть трека, слова были завуалированы. Сразу я не поняла, о чем даже трек. А в конце уже поняла, вторая часть трека, что он трек о любви, ребятки. О любви, о котором думает, вспоминает, переживает. Может, расстались, я не знаю. Голос очень красивый, поет красиво. Обработка голоса, музыки. Все в современном стиле, ребятки. Хорошо поет. Молодец. Тут два человека пели. Ну, два человека. Ну, хорошо пели. Хорошо пели. Ну, я про трек говорю, мне очень понравилось. Значит, получается, одну часть трека один пел, а и вторую. Я думаю, я что-то подумал, что один почему-то. У них голоса как-то похожи были, да, здесь. Да, я просто на название не акцентировала там, да, а просто вот понятно. Хорошо пели. Голоса красивые. Подходят друг к другу они, да? По диапазону, по голосу, по манере исполнения. Похоже. Молодцы, ребятки, молодцы. Не как у всех, необычно, в своем стиле. Понимаете? В своем стиле.
интересно исполнено. Рекомендую, друзья. Слушайте. Пока, мои хорошенькие.